Привет, ребятки! Надеюсь, ваша учеба или работа проходят на отлично. Лично я ожидала, что для профилактики мы будем первый месяц находиться на дистанционном обучении. И на этот месяц я рассчитывала как на некий спасательный круг, который помог бы мне закончить некоторые дела перед учебой офлайн. Но все сложилось иначе, поэтому понадобилось время на адаптацию. Только это видео не про учебу, поэтому перехожу к главной мысли. 10 сентября мне исполнилось 23 года, и вместе с вами хотела бы проследить свой путь развития. Иногда я буду показывать рисунки прошлых годов. Итак, поскольку все детишки так или иначе рисуют почти с самого начала освоения моторики, я перейду к моменту, когда более осознанно стала подходить к рисованию. Это была средняя школа. Тогда я смотрела аниме, Чародеек и Винкс и подобные мультики. Поэтому все мои персонажи содержали в себе черты перечисленных мультов, а также я часто перерисовывала уже существующих героев. К сожалению, у меня не сохранились работы с самых ранних годов. Рисунки начала собирать только в 2012 году в 9 классе. Я обожала прорисовывать арты черной гелевой ручкой или совмещала ее с цветными карандашами. Большой моей любовью были и остаются портреты и мрачные сюжеты. В нынешнее время, как можно заметить, уровень мрачности понизился, а любовь осталась. В какое-то мгновение я стала всегда носить с собой альбом для рисования, благодаря чему рисовала каждый день во время занятий. Мне повезло, что учителя спокойно реагировали на мои творческие порывы. Главное – выполнить задание, а затем уже приступать к любимому делу. В 10-11 классе несколько раз я ходила к художнику, пишущего картины маслом. У него я должна была перенять знания о базовых построениях композиции, света и тени и тому подобное. Из-за нежелания тратить родительские деньги на занятия и на материалы я перестала к нему ходить. В 2015 году я закончила школу и поступила в университет в другом городе. Там пришлось учиться рисовать иначе, чем привыкла, а точнее находить время на это. Огромное спасибо моей подруге-одногруппнице Ире, которая в 2016 году на мой день рождения подарила блокнот размером А5 с крафтовой бумагой. Размер блокнота позволял мне с легкостью носить его на учебу. Обычно на парах я прорабатывала образ, а после занятий заканчивала рисунок целиком. В конце 2017 года я закончила блокнот и перешла на альбом с плотной бумагой, все так же А5 размера. Сейчас можете посмотреть и сравнить работы, выполненные разными материалами. В 2018 году, также на мой день рождения, родители подарили графический планшет. Но первая полноценная работа появляется спустя месяц или чуть позже. Позднее я попыталась нарисовать иллюстрацию для Drowsies in Your Style от Тани Ломакиной. В остальное время был период рисования простым карандашом или гелевой ручкой. В феврале 2019 года я начала выкладывать видео процессы в свою группу ВКонтакте. Даже не верится, что это было в прошлом году. Как странно, оглядываясь назад, понимать, что рисую на планшете не так давно. Но за это время уровень достаточно вырос, при том, что были периоды затухания, когда мне было сложно рисовать по разным причинам. Начиная с 2019 года, я успела поучаствовать в 3 арт-марафонах, Инктобере и 9 челленджах Drowsies in Your Style.
Благодаря подобным арт-мероприятиям я пробовала свои силы в разных условиях, и это только начало. Надеюсь, благодаря этому видео вы лучше узнали меня. Помогите мне узнать вас. Пишите в комментариях, как долго и чем вы рисуете. С большим удовольствием почитаю ваши ответы. Желаю отличного вам настроения. Пока!